Прежде чем посадить чеснок в открытый грунт, его тщательно осматривают на предмет плесени, грибков и прочих заболеваний. Отбирают только здоровые и самые крупные экземпляры. Далее проводят обработку чеснока в обеззараживающем растворе. Это могут быть разные природные вещества. Если у вас нет золы из собственной печи, то используйте простую соду. Это максимально приближенное по свойствам к золе вещество, хоть и не идентичное. Помимо того, что сода является антисептиком, превращая воду, в которой растворена, высокощелочную, а в такой среде не могут жить никакие болезнетворные организмы, она чудесным образом еще и защищает чеснок от раннего стрелкования. Некоторое продолжительное время грибковые болезни-вредители уже не притронутся к чесноку, обработанному раствором соды и посаженному в пролитую раствором почву. Кроме того, это средство вам идеально подходит, если ваша земля требует раскисления. Соду можно просто посыпать на грядку, чтобы она впиталась дождями, а можно полить огород, растворенный в воде содой в пропорции 300 граммов на 5 литров воды. После чего обычно рыхлят почву и высаживают посадочный материал. Сода может навредить лишь тогда, когда ей неправильно пользуются. Используют неправильные пропорции, слишком высокие концентрации. Для обработки самих зубчиков чеснока от стрелкования и болезней приготовьте раствор следующей концентрации. На 1 литр теплой воды развести 1 чайную ложку соды и замочить посадочный материал в этом растворе. Буквально на 15 минут. Не забудьте высушить обработанный чеснок перед посадкой в почву.